Кого кинуть? Вар. Спасибо. Ух ты! Yes. А у меня, оказывается, в сумке был один камень синий. Я ж тебе только что дал. А, да, я не заметил. Не надо было от того мусора избавиться. Интересно, что мешает аддону Вуду в комбате включать настройки? То же, что и другим аддонам. А другим хиловским? Там, по-моему, почти никакие аддоны, которые хоть как-то связаны с фреймами, не работают в комбате. Но они же ориентируются, видимо, на комбат-лог. Как-то. А вот то, что кикает кто-то спать или ливает и багаются фреймы, это вообще во всех? Ну вот я знаю, что в Вуду точно, в Хилботе. Но в Вуду я не замечал такого, если кого-то кикали, у меня просто пропадал чувак, и все нормально становилось. В гриде тоже нету такой херни. Странно. В Хилботе я постоянно интерфейс перезагружаю. В Хилботе да, Хилбот вообще говно. Сори, чувство верующих, там все дела. Все нормально. Вот, конечно, в этом плане отстает. То есть, несмотря на то, как у нас часто кикают. Что за хер через хиллбот, когда кого-то кикают? А, выбирают... да? В таргет и так кикают. А может, не будем трэшить? Да, ты знаешь, такой прикол сейчас, то, что эти копии у мага, они просто плевали на все и выходят за рамки круга. Да, я видел. Мага здесь. Вот центр смотрел, когда чистил, там два мага прожали копии, они тупо налево побежали, стали в точке. Вот. На сегодня мы это, в принципе, и испытали у вас, как на центральной крыше. Использовать эту способность.
что, у тебя мощный эльм? Я не знаю, мощных эльмов я не видал. Я тоже вообще не вижу. У них рост по ДПС вообще никакого нет. А вроде как и шмотки тоже выбил все. Как даю, там, не знаю, 16, как и все. Че, вон тех еще надо, не? Не. Копии только налево ходят. Кстати, Леха прав. Все копии как вызовут. Сагрят весь трэш. Можно каску по ханту? И ой, я бафу тоже, знаете? Лапку. Каску по шаману, лапку там. А чё, мы без бафа начали? Да. Бафы для слабых. Завис. Твое сильнее страдание! Не готова. Слишком далеко. Ну что, не откидывает, что? Куда как? Куда как? Двое сильнее страдания. Он реально не откидывает. Прочитать это заклинание. Еще не готова. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Не сейчас. Как это могло произойти? Нет. Чего именно, Вахус? Олег. Каски по шаману, да. Походу дело всем каски. Да, тут манбаф есть. Горите в огне хозяина! Ой-ой-ой, брейд, ой, как хороший. На хардкоре эти. На скелет тупо сакро дал. Ты герой на расколу, что ли? Хелион будет доволен.
дайте лапку, друиды. Гибник. Горите в огне хозяина! Дайте кулак кто-нибудь из паладина. Луки, наверное, не распределили. Хотя там на полях. Ну я Эстершок раздавал каск. Дайте кому кулак один из паладина. Может, он думает, что он... Так, куда легко? Может, мы ему релить помешали, так он замолчал. Олег, вернись. Так что, попав, они можете все забраться из Трешок-то. Каски раздал аркавалерии, там пусть кулаки дают. Приветушки, ну, 5. В пятой пати хилы, значит, паладин с пятой пати РП-5. Да их там два паладина. Кулак. Там в пятой пати два хпала вообще-то. Каску, Эстершок, приветушки, кулак. Ага, спасибо тогда. Марк Аврелий, крест. Дайте там каску по пристам и друидам. И друидам еще. Так, стану каску, быстро шо. Попробуйте читать и хотя бы иногда чат, что пишут мне. И давайте бафы, не позорьтесь. Стыдно за вас учиться. Да я, наверное, играю, там, дал чат включен, и он не ставится. Постыдно, что паладины не такие умные. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Раздать без команды. Слуги! Обратите их в пепел! Тьму, Марк Аврелий, Сирочек, Свет. Первая пати остается во тьме, четвертая пати побивает големов. Первую длань приветушки кинешь во тьме, вторую длань Эстершок. Томиган СС на Марк Аврелия кинул. Этот
Breaking Bass тьму танчит. Лоли свет. То есть, если Лоли забыл, на первой фазе два голема танчит. Breaking Bass босса. Марк Аврелий, услышал, ты свет будешь хилить, не тьму. Я не захожу, да? Да, ты остаешься свету, хилишь танк. Окей. Okay. На хп есть банка у кого-то? Не, мах, давай, тебе не нужно. Это тебе не надо, снимай, ничего, просто. Мне там хватит, наверное, на убийство. Чедричилка, ты готов? Вроде так и убиваем всегда. Все, мы просто не хуй, попробуем. А тьми бешам, типа, этот. Свету без понятия, кто потом скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало. Что я бы теперь посмотрю, парень? Метку сейчас выносим, я буду быстрее, чем быстрее. Вот вы сейчас метку между той меткой и ПТК выносим, через вас возвращаетесь. Да не зашел. Там сирончик. Тяжелый день, да? Небеса. Бежим. Лужа вреет, байсак. Так, милики, давайте, мелкий трэш. Дойдут эти больших. Точнее, играем сразу. ТК сразу, заходи. И дайте покупаем кому трэш. Сверить заходим. Женя, заходи. Барф, хоть можете заходить. Рубль. Ты чё, портвор танчит, ты же? В смысле? Странно, я чё-то буду бахнуть, у меня варф трупать, что-то пишет. Добили. Ходите, ходите, ходите. Килл чузми, выходи. Заходите, заходите. Гибкос, обсерунчику. Ну и все. Пропускайте людей, сейчас ближе к морде выносите, только не в лезвие. По ходу движения. Струпанеска. Не надо давать тотем без команды, без тотема, без ничего. Маны не было. Маны нет, это когда 10%. Если я подожду до 10, там вообще не буду. Пипец. Красавчик. После метки будем выходить. Только вот после это метки. Я красиво. Смотри метку, ближе к морде выносить. Смотри метку. Стропанас подноси, выходим. О, отрезай сразу, перецал, где-то в центре будет. Или где-то сбоку, короче, не знаю. Сзади у нас. Песы быстрее. Давайте рост цвету. Блестящий взрыв играем. Метку первую ровно назад выносить. ТК выноси. Поворачиваем на рейд, смещаемся рейд. Давайте рост тьме. Смотрим лужи. Просто тьме, свет только потрешу играть, небольшие маленькие искажения сама себя. Не надо было туда нести, надо было ровно назад убегать. Свет только трэш играть, большие маленькие. Психия, магия, блядь, бомбы на халёне, когда трэш идет. Идите стропанес. Давайте, давайте играть халёна. Хулиона.
Ничего не стопаем, бежим на ту сторону, метеорит падает. Бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться. Лужа нормально. Давайте РД большие, медики маленькие, Марк Брири выноси. Сам себя диспел, даю гимн на ХП. Олег, ставь тотем, даю гимн на ману. Искажение, дай гимн на ману, искажение. Давайте большие, маленькие свет. Тьма, стопынничка. Мастопайте, бригим, выноси. Тьма, не бейте халёна, подождите. Играйте халёна, свет. Все, тьма, можете играть. Бежим. Смотрим лужи. Греет. Давайте большие, маленькие играем. Тумиган. Свет, большие, маленькие играем. Халёна, свет, у некого. Гибника, сын раскатится, а псиночку даже. Убивайте меня, трэш. Зашпигу. Играйте халёна, два мира, как обычно. Бежим. Лужа в рейд. Халёна на свет вообще не бьем, ждем 60 будем в той стороне добивать. Играйте в трэш. Протопал, выноси маги по команде морозьте трэш. Печально. Падаем. Частицы походу спала, а не обновили. Давайте встали, побежали. Смысле такой хороший край. Боже, паладин, ты шо дурной? Вспышками света хили. Там флешки можно только на переход кидать, когда у тебя проб нет, это шутка небес. Так их не надо хилить. Так, Вовка вылетела, что застоит, перезайду. И Филипсу тоже не подай. Да, падал. Мне не надо. Искажение тоже может дать ГП за вынос метки. Может научиться в следующий раз выносить правильно. Нет, там никто не падал, святый. Это же до первой смерти. Ну, умрет, блин. Не знаю, вроде Марк Аврелий не хилил с вспышкой света. Аккаунт неправильно показал. Вспышка 12 секунд. Секунда. 2.14 вспышка. 3.12 вспышка. Это может тик, что ты там смотришь, там же тикает она, если щит. Ну, в принципе, да, по пол 0.5. Ну да, значит вообще не хилит. Плохо. Ладно, давайте бафать эту щилку, где там заходите, фул баф отдаю. Давайте, пэров нету, сейчас надо убивать. Так, смотри, там что-то бафов не хватает, каску шаманам еще дайте. Чек, пол, 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 пол. Нет, как у вас случай сход возвращать. Тебе лучше змей. Бежим, близко падает, дальше бейте, не стойте так близко под колёвы. Лужа, нормально. Стопанась.
играть, я походил, не надо там маги бить там дождем, где она бесполезна. Метку между меткой и ДК гибли. Спектр первой фазы, хилы бежим. Смотрим, лужи, мать. Давайте, милики, мелкий трэш, РД больше играйте, брикинг выносим. Милики, мелкий трэш играйте. ДК сразу заходи. Четвертый остаетесь. Играйте по мелкому трэшу, все быстрее. Все, ДК, заходи, рейд, заходите. Метку ровно назад как стоим, так и несем. Шамп. Ну кто там почему диспейлит, алё, диспейлит. Видите, зайди в син. Ждите. Всё, заходите, точилка выноси. Дрочилка, по ходу движения. Не в лезвие только. Перепец. Один процент только после метки будем выходить, метку ближе к морде выносить еще. Смотрим на метку, скажение, все, выходим, остальные. Так, свет рост, скажение, выходи, свет, метку ровно назад выносить. Нас бежим. Рост во тьме. Свет, только трэш большие, маленькие играют. Так, большие, маленькие свет. Алло, вы меня слышно? Да. Играйте по Халеону, что такое настрой? По Халеону? Да, да, гибник восстановился. Ничего не стопаем, просто бейте. Режим. Хэмми. Чё? Хэмми. Да, сейчас мне это, помолчи. Ужин в рейд, саку давай. Играйте большие маленькие. Кашка, у тебя БР откатится, хит для ДК, там частицу обновить не забывай. Один тель, короче, здесь, я хочу спросить у него один вопрос. Есть. Если ты меня замутишь, я себя размучу. Да подожди, у нас тут тает напряженный свет, бежим. Сори, все. Бежим, свет, тьма, стопаните. Играйте пока хрёво, на 50 переводим. Давайте большие маленькие свет играем. Эли Глов, Мистика, Фьюги, Магама, Кадаль. Да помолчи, пожалуйста, у нас тут сай напряженный, Эли. Чё там, я понимаю, я хорошо, у нас тут жопа. Бежим. Тьма не бейте, тьма не бейте.
Все, тьма, можете идти. Давайте большие и маленькие, потом будем добивать. Играйте большие и маленькие, что мало выносить сам себе. Обнови частицу там, чтобы ВДК не умер на всякий случай. Давайте, Халеон свет вообще не бьем. Агро, агро, Халеон, алё, агро, Халеон, агро. Молодец. Не бейте Халеон свет вообще, играйте только большие и маленькие. Гейсер выноси. Ставь-то ты Амалек по Евгению. Сам себя там гейсера протиспайте кто-то. Не бейте Халеона, не бейте. Бежим. Нахер вы бомжей дали. Добивайте Халеона трэш на пульте. Протопал, выноси, если трэш на рейд пойдет, маги будете морозить. Морозьте трэш. Все, добивай. Лук там смени, если шо. Ебать, кто сорвал, интересно? Возможно, я нечаянно таунт нажал. Что там, что-то не сорвало. Мир сгинет в огне! Так, я танка на мейнспейк на рот. Не пошел, лута вообще никакого нет. Если забыл написать, что на рогу... Все, да, пролетел. В смысле, ИП? Да, ИП. А мне...